Нелли, ты дочь Алисы. А что в подвале? Монстры. Нелли? Нет, в подвале никаких монстров. Призраки? Ну, конечно, нет. Что это за место? Раз ты его нашла, значит, ты ко всему готова. Твоя мама была героем. Она была библиотекарем? Да, и агентом по делам монстров. Ты слишком много видела. Но я хочу стать агентом. Чтобы стать полноценным агентом, надо поймать монстра. Ой. Наша задача – защищать мир от монстров. Как поймать монстра? Мне кровь не нравится. Не хочу быть Дракулой. Жить в замке и ходить в плаще. Я не такой.